мясорубки покупатели выбирают по трем критериям. Это главное, чтобы она хорошо молола, делала фарш, это функциональность и это, конечно же, надежность, чтобы мясорубка прослужила как можно дольше. Мы с вами сегодня поговорим о мясорубке, опираясь на эти три критерия: надежность, производительность и функциональность. Скажите, пожалуйста, что в мясорубке отвечает за надежность? Какая деталь мясорубки говорит о надежности этой мясорубки? Действительно, в надежности мы подразумеваем сам двигатель, соединение и редуктор.